Балаковские тепловые сети саратовского филиала Т+ продолжают подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду. Масштабные работы проводятся сейчас на участке теплосетей между Малой и Большой вокзальной, начиная от пересечения с Саратовским шоссе. Этот участок проблемный. Во время отопительного сезона он доставляет много хлопот как жителям, так и теплоэнергетикам. В этом году мы первым этапом меняем 440 метров по каналу с выходом в павильон 2-2-штрих. И продолжением уже на Малой вокзальной. В данный момент подрядная организация ведет работы по подготовке прокола под землей. Сети будут ремонтировать без снятия асфальта, чтобы у жителей не возникло проблемы с перекрытием дороги на Большой вокзальной и остановкой транспорта. Подрядная организация осуществляет демонтаж и выемку из канала старой трубы. Одновременно на строительной площадке ведется сборка новых коммуникаций. При реконструкции укладывают трубу в ППУ-изоляцию с последующим монтажом СУДК контроля для быстрого оперативного нахождения повреждений. Как рассказывает Андрей Решетнев, гарантия на саму трубу полвека. А по новым условиям контракта и подрядная организация отвечает за качество проводимых работ в течение 25 лет. Такие большие сроки гарантии необходимы для того, чтобы в течение долгого времени не возвращаться к отремонтированным участкам. В следующем году запланировано еще порядка 500 метров. Протяженность всего участка 2 километра 100. До 2027 года мы планируем завершить реконструкцию полностью от павильона на пересечении улиц Саратовского шоссе и вокзальной и до павильона, который у нас находится уже в первом микрорайоне перед подкачивающей насосной станцией. Реконструкция проходит без ограничения горячего водоснабжения. Работы будут завершены до 31 августа.